написать в оперу и пойти отдыхать. А ты в доту? День играешь, уже да? Удался. Я? Да. Ну это все объясняет. Что объяснять? Да я... у меня 600 часов только за сколько? За 7 лет. Я понял. Алло, 600 часов за 7 лет. Даже у меня больше. Ой, я не дотер. Даже у меня больше. Я не дотер. Ну, мне кажется... В последнее время... Не, мне просто нравится full stack competitive games, you know? Это класс, порядок. Даже, ну, у нас просто чел, типа, у него, он как-то, ну, играет нормально, кто-то больше остальных. А я сижу, блядь, на коре, нахуй, драчу, учусь. Ох, я бы на антимаге побегал бы. Блядь. Да там сейчас антимаг такой ёбнутый, собираешь на него диффуза и просто ебёшь жизнь. Диффуза, что? Там... патч сделали, что она теперь стакается, а я ему сейчас не убил. Что? То есть он даже тычку дает и типа, у тебя мана нет. Он больно. Нажимает манту. А ты собирает манту? Мант работает? Как бы, да, не помню. Должно же работать. И типа манту нарываешь, три тычки и все, чё, типа это, любой. Три тычки R. Ебануться, что, блядь, в смысле диффуза? Классный, кстати, герой, блин, вышел. Даже имя не дали челу. В смысле, Primal Beast? Блять. Имя собственное бы дали какое-то. Какое? А, так ни у кого нет, если чё. Нормально. Ну типа... какой-то. Ну типа Рубик, ну типа это ж, допустим, какой-то, ну, любой ZS. Ну типа... Так очень много так, ну типа Windranger, например. Другой. Ну, не знаю. Звучит как Агонайт. Нет. Все герои вроде не по именам. Ну, большинство, ну, много очень. Не, ну, у этих героев, типа, Драгонайт всех уделал, Дровка, у них же это там Траксала, типа, знаешь, с Варкрафта осталось хотя бы. Хотя бы что-то есть. С Варкрафта и осталось, только в Доте ты нигде не найдешь. Просто животное, ебаное, добавили. Можно вопрос задать? Нет, запрещаю. Вопрос к Сергею Брохе и Миша Рапс. Паша. О! Не! Нет, что? Я не слышу. Паша, это какой-то из наших? Паша? Почему я даю... Блять, я даю ливень, он у меня гриппает постоянно. Блять, на пуле не стрелю. Все. Ой, на пол даю. Сейчас на 3, короче. Подожди, проверим. Сейчас первого пулу не убиваем. Уриона ли это убивает? И мы берем две роги. Идем две роги. Придется мне Сандер стакать. Пиздец. Мне придется быть точно в комбате тогда. Бля. Я не буду Сандер в этом стакать. В мутике. Да блять. Единственное, вот в этом моменте, да, конечно, 3 минуты сброса агро, конечно, печально. Тут, блять. Абы, суки, блядь. Я на роге класс, каждые 10 секунд могу 5% скинуть. Еще на пул есть. Еще ваниш есть. Ну, короче, это. Если сорвало, то у меня эвейжен есть. Я и потащил туда. Может ходить. Канул. А мне почему так нельзя было? Боб, блять. А я? Ты с долгоногом, чиль. Дай мне ассисты кинуть. Уже. 5 минут на 10 секунд. Чам, да. Надо карку успею. Да блять. Стихийная, блять, зашел нахуй. Мы на ртом в доте сидим, блять. Погча. Можно запреток. А, он замутился. Можно в чат запреток накидать. Доля, он что-то спрашивал.
Да, он уже разобрался, видимо, что-то с Адамом. Ладно, отошел. Давай. Так, всякой тут? Окей. Че? А, билд надо сделать ему. Пять, четыре, три, два, один.
кровочерви они хилят, когда умирают? Или просто когда бьют? Что там написано? Что? Я не понимаю. Когда просто бьют. Кровочерви сосут кровь. Может быть, именно кровочерви это must-have талант? Это хороший талант для оперы. Только для оперы. Куда ты перепрыгиваешь? Так на нем рыба висит. Самонёт? И чё? Да, чё да, да, да. Чё ты скажешь для теперь? И чё? Чё? Ну чё? Ничего не скажу. Да и бас? Просто так получается. Вопрос на засыпку зайдет ли у Риона. Миша, Иса, это с нашего КП. Очень хороший ИС, кстати. Представляешь, он начит... Зашел. Зашел. Хорош. Рыбу ставить или... Наш. Деньга нет. Должен. Давай. Блин, чё я не, сам не вышел? Попротив перепивать. Ну, конечно. Пить ли мне ДД? ДД. Или с сопротом остаться? СПД, СПД пей, СПД лучше. ДД это дабл дэмэдж, дурак, блять. Ой. ДД это дэмэдж дилер, дурак, блять. ДД это дэмэдж. А нет, это дабл дэмэдж. Этот человек пару часов назад затирал, что он выучил английский по Вову. Миш, ты не, Миш, ты не понимаешь, колонны или... Так, если масло по Вову. Как я по Вову мог... Ну, я или смешно, играл. Да. А, Counter-Strike. Global Office. По контре. Если масло. И по Source немножко. Так, ну у меня на 12 минут хватает, так что, ребята, делаем красиво. А я уже перепил 12 минут. Первого пула. На 2 пула хватит. Там, запускай. Тут сопроты я забыл? Нет. Да-да. Ваншот босса. Тут зерк. Мы зерки. Вчера, видимо, на процессах сидели. Не. На процессах мы пилоны ставим. Ни одной фотонки я не видел. Фотонки были ставить. Огурцы возьмите. Вот 4 фотонки. Алло. А я в муте? Алло. Да. Здорово. Ты чё в другую сторону кинул? Да. Кстати, я неожиданно для себя на ДЦ обнаружил еще одну бесполезную кнопку. Я что-то за все это время ее ни разу не нажал. Какую? Потому что мне не надо было. Какую? Она дамедж дает. Я ни разу еще ее не нажал. Дэмэдж там сколько. Какой гига дэмэдж? Эльфира! Жму триню, жму триню. А, ты ж брал. Эльфира! А потом 200 тысяч не хватает. 200 тысяч. Знаешь, что он нанесет? А потом 20 не хватит. Дебил. Потом я в рот настрою. Хорошо, я сейчас пула закину, посмотрю. Классно. А, все нормально. Успеешь. Да я, блядь, кнопку попутал. Я испугался. Пол сейчас. Ты боевой клич. Убиваем. А ты не смущайся. Пиздец, перебафали. Китай быстрее, next. Хорошо. Хватит. Че, груз сру? Или че, они просто покраснел экран, блядь, я испугался. Можно хаку выносить в эфире. Реслин.
Какой фури вынесли. Там стрела в кровочервя убила. Хорош! Кровочервь мба. Вот хак. Все есть. Там, всех есть. Готовимся к прокас. Ладно, не скоро, но. Раз когда-нибудь точно будет. Так, скоро каст. Каст. Мобы вышли, мобы зашли, вышли. Зашли, зашли. ПС. Ну, ждет. Блять, я не выйду, что, блять, сори. Это я... Ну, посмотри, блять, здесь это... Это ёб. Милику ветер. На милика очень сложно носить, если чё. Всё. Надо хаку, надо будет фигу. Мы прям зажаты. В эфире надо. Если, если не будет хак этот, если короче не будет ветра, в эфире забираешь у хаку. А вот вот. А. Короче, у хаку заберешь, хаку глубанет, если не прилетит. 40 каст. Сера. А ну вот вынеси. Вот, вот ветер только что вынесли, видел? Возьмешь. Дивное. Тут страшно, блин, бегать. Будет. Сейчас каст будет, готовьтесь. Сейчас будет, мобы вышли. Я задоджил хуйню. Каст. Нашли. Я не смогу этим мобов. Не смогу. Пробуй. Я КД, блядь, чё пробуй. 5 секунд длится всего на пол. ШФ дал. Меликов есть ветра. Урёна, блядь. Не знаю, куда им выносить тут. Я разминировал. Хуёвый ветер. Ещё дивное будет, да? Блядь. Я напулил. Как смог. Куркаст? Есть инфа? Да. Сейчас дивное там, скорее всего, уже скоро будет. Мобы вышли, мобы вышли. Кас, дошли, дошли. Бля, умер. Кстати, забить. Давайте в танк все свои есть. Капельки всякие. Да, зубы. Я хилит. Да, помоги. Ферять мобов слить, феры. Раз скоро будет. Да мы, блядь, до коста убиваем, если убиваем. Просто фул сейвы. Любые все кнопки высрать. Умри! Умри! Ай, хорошо. Все ливаем. Переговор. Что вы, девочки? А так бы еще вчера бы сделать. Первого пула, блядь, пришли, убили, разошли, блядь. Все, всем пока. Это потому что Ури из войса вышел. Чё ты рестаешь? Мы умирать идем. Щенки. Урич, так нужно было, поверь. Если б вчера мы не сидели 2 часа, мы б сегодня... А, не, блин, кому я говорю. Давай. Если бы вчера не сидели 2 часа, мы б сегодня с первого раза не убили. Я не знаю, это на реслина, а на реслина. Нихера ты! Папки же не помню. А, кстати, мне голова тоже надо, ролл. А, реслина, дай твой чехол. А с чем тебе голова? Ну, это на реслина. Чтобы думать. На реслина, ладно, дай. Ноги, ну, чтобы или... ходить. Не, ладно, реслин, мне походу, типа, рестор не собран, типа.
следующую потом что заберу. Там еще можно это Т9 взять, 258-ю что-то. Ладно. Я сказал этому Яше, где я стою, что делаю? Ты же по идее вообще. Просто быстрее убьете босса. А чё, чё отличается-то? У меня еще даже пласка 4. Они и в пикселях стояли, блядь. Здорово. Мы тут опера решили с первого пола убить. 31-го, ну так, да. Ну да. 31-го на КД. 30 вчера, один сегодня. Ну, сегодня день хороший, значит. Ну, долгонок, блин, что плохой. У Леона сделал. Он все-таки упал долгонок, да? Да? Упал, да. Да, упал. ГЦ, парни, ГЦ, ГЦ. Первый, блядь, и последний. А патики дайте там. Я забыл тебя, я забыл, что у меня в друзьях нет. Хисер сказал, что он курит. Я уже вообще выйду просто челить. Вот с долгоноком ГЦ. Сингсон ГЦ. По-любому тебе отдали, да? Блять, никто тыкнуть не может. Ёбаный в рот. Консул, алло. Консул на долгоного. Консул на долгоного. Я третий печенье. Это этот единственная шмотка по консулу. Мне ГЦ заслужили. Больше не будет. А видел эти наши вчера Феник вчера без ДЦ убили. Вот да. Кого? Они в этого хапаларшам. Они оперу. Оперу? Оперу этого. Копыта без ДЦ. Я рано тоже без ДЦ. Да, ну, рано хуйня, а вот копыта это потно. Это потеть реально. Да. Но у них по-любому семечки взрывались. Да, у них ПКД взрывались. А там с этим надо, а там кастом кикать, что-то убивать. Нет, это потно, типа анимации, я без боя вообще красота. А сейчас они никого убьют. Пойду посмотрю. На, пойду к себе гляну. Яша уже не глянет. А, бля, у них нету стрима этого. Борона. Какая жалость, Яша не глянет. Молчит. Витикан. Да, я уже захожу. Бля, я думал, Синксонг стримит, а это Сильверный, блядь. Ну, блядь, это аватарка, ёбаная. Не намалчивай. Они фулл кару без ДЦ прошли. Это ж... Я еще не прошли. Да молча, на молча ДЦ не нужно. Упала. Пушка и жезл упали. На молча ДЦ не нужно. Супер. Ба пушка упала? Ну, не стрелочка. Не понял. А что закрыто? Это, по-моему, надо... Это, по-моему, надо сейчас письма отписать. Как с админами связываться? В смысле? Что тебе надо? У нас дверь закрыта. У нас дверь закрыта. А вы все убили? Пожалуйста, да. Дверь к Молчезару. Пидоры. Мы всех боссов убили. Оно забавилось. Сервак у нас не поверил, типа, что мы с первого раза убьем. Такой думает, ну, блядь, это минимум на час. Сука. Можете выйти обновить инст? Не, не поможет. Не. А вы через скейпомощь, типа, или что? Так этому, ну, пишешь, типа, просто запрос, сейчас чел придет, откроет нам. Тоже это было. Обычная практика. Тоже было. Ну, у этих было. У Гомеля на ФК это было. У Борланда тоже было. Прикинь, ты такой идешь в ПК, идешь, а ты такая дверь. Да им-то похуй, там как крестья не было. Не слишком далеко уже. Ну мы же вроде все убили, да? Кого близко? Да, мы же не тупые. Да, мы все. Мы же всегда сначала все убиваем. Логично. Получается так. Типа, это, наверное, лимит просто. Долгонок упал, дальше закрыто. На ФК же тоже был долгонок, тоже упал же у Гомеля. Дверь закрыта была. Так, а что, все, может, долгоноги каждый когда будут падать? Ну все, пишите это. Все, без печенька, блядь.
Слышь, так, Канок. Играл, короче, в Elden Ring, и, ну, бегаю такой, бегаю, какой-то мост, блядь, захожу на мост, там какая-то тварь стоит, короче, а это, оказывается, бабка была, с которой я в круглом столе базарил. Она мне что-то говорит, поцелуй пальцы, а, или прикоснись к пальцам, блядь, какую-то хуйню, пророчество какое-то, блядь. А я не понял, что это та бабка, короче, взял ее, разъебал, ну, просто у меня ваншот, блядь, удар, нахуй, ну, чит, типа, блядь. Просто уебал, она такая, блядь, исчезает, и такая говорит, ну все, ты проклят, короче, пиздец тебе. Жалко бабку. Не, мне интересно просто понять. Сейчас Барси зайдет, я в вип-форуме отписал. Она тебе, типа, говорит, ты проклят. Жалко. Вип-форум, хорош. Дайте денег на него. Типа для обычных игроков, если кто-то обычный убивает таких вот персонажей, с которыми просто базарить, какие последствия, типа... Ну, я пару боссов там разъебал, блядь. Просто пришел такой с одного удара, блядь. Dark Souls наоборот, это не босс меня с одного удара убивает, а я боссов с одного. Там боссы именно страдают, блядь. Бля, донати, пожалуйста, на 36-ю хотя бы лоялку. На 36-ю хотя бы. Похуй на этого персонального, просто, ну, сет трансмога такой прикольненький. Чё, нормально. Реально, блин. Прикольный. Фу, вообще. Гайды, достижения чокнуты. Ури писал, что ли, гайды? Я вот, белочка, это какая-то женщина на аватарке. Страшно. Урис фейка. Урис фейка. Он, подожди, стой. Не, не тут. И хули он так долго на форуме ответил, а не заходит? Комп врубает там. Не знаю. Телефон ответил. А, здорово, Барнси. Он зашел. Ури, зачем ты ему пати дал? Сирон. Пошла проверка, пошел по боссам летать. Кто скажет, там жив чел. Давайте флешмоб одновременно все в дверь ломиться будем. Можете этот макро сделать, открой. В белый чат. О! Хорош, просто работа 5 из 5. Ноль боссов убили, пошли. Молчу. О, двери открыли. Так, Азерона, хорош нам подлизывать. Азерона, напиши, но это не точно. Еще пускай печенек даст там, блядь, парочку каждому. Сирос лучше, но это не точно. Ты сейчас запизди, ты этого своего ник не называй. Я хотел про печеньки написать. Стрим уже в ДС не может зайти. Стрим-то идет. А, ага. Ууу, бан. Все. Цокер лучше. А вот это, кстати, реально не надо говорить про цоколь. Реально? Угу. Бля. Тебе пизда. Не стоит, не стоит. Да не только мне. На чьем канале это все было? Да, реально. Жалко чела. А еще Яшу жалко. Да его-то за что? Вы, блядь, без ДЦ убиваете этого Молчезара, это ж грустно. Не? Сейчас будем долбиться задницу. Я бы сказал, у многих боссов карьер грустно без ДЦ убивать. Ну, типа, ну, кого? Повезло, что уже, понятно, что как бы хайгир уже, они и одеты хорошо, но все равно это как и волонир у них еще. Но все равно жестко. Вот я говорю, там проблема то, что, блядь, нет у нас волонира. Как бы нахуй этот ДЦ нужен? Да нет. Людок, в чем проблема? Сейчас же скидки. Купи! Началось опять новый, блядь. Сейчас же скидос. Хорошо, подожди, сколько сейчас это стоит? Подожди, я тебе скажу. Как раз эту лоялку апнешь, блядь. Можешь вон аксессуар с этого, с уголона купить. Два из двух. 1760... А, нет, это не тот. Но он все равно примерно столько же и стоит. Ну да, иди. 3600 стоит 5 кубков.
Ага. Вон, 1760 стоит вот метеоритный кристалл. Я считаю, за бесплатно. Да ему Волонир, он Волонир хочет. Да я про тригу. Волонир это что-то неосязаемое. Вроде попасть нормально на скилл. Меня с десятки алгалон там вшивая, блядь, неосязаемое. Проверьте, там попасть нормально? Ну чё, блин, если бы, типа, он реально без Волонира б нельзя было пройти, пришлось бы собирать. Ой, да ладно, ты в это не... Не хватает. Когда нет. У нас были проблемы с вот. Маной, блядь, у меня очень сильно. Блядь, надо на Алгалона, идите нахуй, я просто сделал раз. Турик Ританик. Задонатил на раз. Не, так просто вы как, типа, собирались? А Зерона говорит, блядь, ну все, заходим. Ну да, ладно, да, я помню, еще на работе, это. Круто, типа. Заходим, типа, да. Не, я вроде предупреждал, типа, я на за этот... Ну, предупредить не обязательно. Не, я говорил, что... Возьмет, блядь, я на РТ до ульды говорил, что, типа, вот, его завтра в ульду, но это не обязательно. В итоге пришел, только я и глю. Ну, я пришел там часов 10 в 11. Да ты понятно. Говорю, что, типа, если бы, ну, хотя бы человек, ну, просто половина хотя бы пришла, я бы спокойно добрал бы челиков, и мы садили бы. Ну, добирать 8 человек, это, ну как-то. Ну, мне ну. Реально там на час этот несложно, типа, зайти. Да там не, даже не на час. А если есть ключик, мы за 20 минут это закроем. А вам рыбу кинуть, типа, или не? Или конечно, у меня есть. Дохли, типа. Тут что, запрот был? Да, тут запрот. Надо подождать. О, это есть у кого масло? У Whitefear есть ключ. Можем, кстати, сейчас реально сгонять. Блин, и ВК еще есть, кстати. И ВК мы пойдем? Масло есть, не знаю. Ну, если плащ на вид, я бы не против 50 на 50 на плащ сделать. Тебе фуловое дать или просто мазать? Да пофиг. Не. А фуловое. Что вы нахуй делаете, блядь? Кто? Первый пол, блядь. Обычная маг, мировая блядь. Практика. Не какой-то маг это. Дежавю чувствую. Это вот что вы кто делаете? Кто вас первый начинает танковать по один? ДК. Это Whitefury там. Сначала Азерона, потом Яшален, потом Уриона, потом Арислин, потом себя. Аку знает, что делать. Окей, будет Фьюри. 5к голды. Сейчас Авуна его найду. Шучу. Хаку тоже сопрот и масло. И все. Ставь метки пока фаст. Хоть бы не заблагались, пожалуйста. Да. Не билд менять? Плюс мана. Я говорил, что я по мане никогда не проседаю. Я настолько не проседаю, что я даже ищади не жму. Меняй. Мы не про тебя говорим, он про глю. Глю хз. Там с глю как-нибудь сами решать. Пусть лучше поменяет. Или в бездна имба какая-то. Там ты даже люмик, слышал? Сэр, Люмикс свичнулся в этого эльфа бездны. Да? Его, он купил голды, его забанили, он разбанился за 25к. Эльф бездны реально, кстати. Нормально, блять. Ну там эльфа бездны бафнули на самом деле. Ну вот он закачал раз, чтобы потестить. Тридцатника дал, чтобы потестить раз. Ну... Эльф бездны? Лоялка поднялась. У меня, если что, есть любезный. У него навряд ли что-то поднялось, у него там, блядь, 8 плюс, а я украли сколько. Кружечку хочет. Ради бога, блядь, не убейте меня. Так, сейчас ходите хотим. А ты видел он с кружкой выбором? Ну, это он тестит, я думаю. Угу. Пока что-нибудь нет. Больше ман. 5, 4, 3, 2, 1.
квест. Няш, он слева, стой, ну. Так, кольцо нам разбить. Герм. Угу. После кольца сбежались. Сбежались. Я 6-7. Разошлись. Так, сейчас ты 4 даешь и даешь сокром реслин. Жмите. Покуплю. Хорошо. Все кольца сбежались. Сбежались, сбежались. Я шазерон. Разошлись. Так, сейчас глю даже бабл сакру и свои сывы жмись. Давай, глю, жми сейф и свои. Если хаку, дал хаку. Хорошо. После этого сбегаемся. Сбежались. Фьюри Сингсон. Фьюри убила, Реслина убила. Что делаем? Падаем. В таких ситуациях надо, чтобы кто-то из соседних пачек подходил к нам. В плане. Ну, кинулась на тебя и на Вит Фьюри. Типа мы два пламени на троих делим. А под големами, ну, не получилось прям на фул-фул поднять. Три голема, нахуй, ебаный. Типа 38 оверкил у него. Я немного не успел его прохилить. Там все равно танк упал вроде. Танк, не знаю почему упал, ну бывает такое, наверное. Его 6 секунд не хилили просто. Частичку, наверное, забыл там повесить. Ну чё, happens. Угу. А, да, это зельки у всех есть? А, да, кстати. Надо было спросить. Что-то. Спине нет, а у всех, надеюсь, есть.
Рыбку кушать. Почта есть у кого? Поставил. Погнали быстрее. Я баф говорил. Пять, четыре, три, два, один. Так, после кольца сбегаемся. Сбежались. Разошлись. Занят? О, да, подожди. Рослин жми, это 4, Рослин жми, всяком. Я шел в эфире. Колено ебашит, как же здорово. Есть. Правее можешь чуть-чуть. Да и на побью, пожалуйста. Так, сейчас сбегаемся. Кольца кого? Сбежали. Не сейчас, после. Сейчас сбежались. Ты ёбнутый. Говорю, Яш. Чего, Чоколадь умер? Разошлись. Потому что ты хуйню сказал. Что я сказал? Это... Фокусы хотят сбегаться. Есть? Чё, меня бахнет под этой хуйнёй? Подожди, встал. А? Так, сейчас глюжу мисокру. Сейчас свои сейвы будет жать. Не вижу на ком. Я говорю, меня этой херней бахнет, типа големовской. Если щит дам 0-1, не бахнет. Давай, короче, вставай. После этого сбегаемся сразу. Давай быстрее вставай просто. После кося сбегаемся сразу. Раньше. Сбежались. Слякать. Чё мне тут показывает? Опять танк уронили. Блю, чё, в чём проблема? Чё встало? Ну там огонь был. Чё огонь? Ну танк надо хилить. Второй раз уже из-за этого падаем.
Просто из твоих слов, то, что я слышал, ты сказал, сбежались, ну, не после, ничего, ты просто сказал, сбежали, все побежали, а в этот момент был каст Кольца Мрака. Разве? Да. Мне казалось, что я сказал, что сбежались после каста. Сначала сбежали, а потом такое, говоришь, сбежались после каста. Каст уже, блядь, прошел в этот момент. Как ты говорил. А? Типа... Утверждать не буду, мне кажется, такого не было, но невозможно. Там Блю на видео посмотрите. Там вон я с замученным микрофоном моим. Фьюрик к нам побежал, не просто так, и Шоколад, видимо, тоже побежал, умер. Ну, у меня зато не замученный. Да, Никита, можно 5 секунд не спуститься, да, пожалуйста? Можно. Давай быстрее здесь. А ну, если можно взять мне аккаунт Фенрира? Мы просто уже убили коня и копыта, мне нужно погибли. А, сейчас. Вы штраф по эмблем кони мне, я пошел туда. Я, кстати, пояс лутнул, хорошо. Угу. Гацан. Тыкните. Все, давайте. Го убивать. Пиздец. Не знаю, у Ири, походу, он все-таки вчера в психушку уехал, блять. Там по времени все. Свет выключают, там. Отбой, все дела. Почему-то панелька с плетом там пропала. Понятно. Да похуй, забей на него. Его не нужно хилить. Хильте, блядь, танк лучше. Тут не нужно хилить. Я рейд пытаюсь поднять на танка. Сбиваю. Плюс-минус. Как иногда подхиливаю. Что-то я какой-то ДБМ лишний дал. Четыре. 3, 2, 1. ПС. Чё, мне запоминание цели не работает. Понял, принял. Геру. После кольца сбежались. Сбежались. Курим. Зашлись. Так, сейчас надо будет силы давать. Также Реслин и Т4. Ну, жмите.
Да, фьюри слякоть, хорошо. Так, после этого сбегаемся. Сбежались. Урио, Зерона. Разошлись. Так, сейчас на своих сейвах надо будет. Слякать хорошо. Здесь стать? Есть стать? Да, да, есть. Вставай. Быстрее. Значит. Хорошо, бьем пока. Есть у тебя пока. Не надо пока. После этого сбегаемся. Сбежались. Разошлись. Опять на своих силах надо будет. Жмите как от райзика 4. Нет, сыграл. Ладно, падать. Типа... Просто вдумайтесь. Вот-вот, сейчас я скину Дункану просто. Просто посмотрите топ-3. И сколько урона. Какой аутизм. Сука, мне кажется, чаще стали големы летать, нахуй. Чё за... Просто три голема на лицо падает, когда... Не знаю. Я сижу, тебя хилю, ну, вообще нон-стопом. Это за лупа, блядь. Типа, Хаку словил 200 тысяч дэмэджа, ты почти 700. Мне тупо этот... Элем нанес сколько? Этот инфернал. 60% моего дэмэджа. Но нет других тактик, там, чтобы в големах так не задрачиваться. Нет. Ну это бегать надо. Там бред. Типа у меня 10 тысяч хпс, и все равно этого не хватает. Тут надо, блядь, Рошама с Валадиром, нахуй, похую. 10 тысяч хпс, ну что, типа... Ну что, 10 тысяч, я вот сегодня 5500 в этом в склепе давал на своей помоечке. Рыбу хавайся. Ну блин, мы не добиваем. Ури сдох, потому что он в него и так пожирающий, он еще с кем-то со слякотью в рендже был. Вот Фьюрич умер. Пожирающая пропа. И чё? Или это первая, а не вторая. Бля, короче. Ошибок. Да типа, ты просто вот открой смерть Войт Фьюри и посмотри, сколько там тиков от големов. Это безумие. Так пусть двигается куда-то. Ну а там некуда было. Либо что постарайся как-то в один, что ли, сказать. Да, чтобы максимум один бил. Там на самом деле не всегда так получается. Было, и когда три било, я, блядь, вставал, чтобы два било, блядь. Ну, чтобы один бил, там нет такого. Да, там такое место не очень хорошее. Там один бьет, если вот почти в мою метку вставать. Ну, тут, блядь, видишь, милики оббегают. Они куда отбегают? Они же к стенке отбегают. Кто куда? 4, 3, 2, 1. Забей, мы даже так можем убить это. Просто надо. Да, сыграй.
мы опять 10% не добили. На прошлом пуле у меня что-то вообще китов. Ну, ДПС. Яша, мне надо чуть поближе подойти. Аккуратнее там. Если он задевает. Ну как-то еще давно не стоит. Че, ну пофигу. Гера, и после этого кольца сбегаемся. Сбежались. Шоколадь Азерона разошлись. Так, сейчас надо будет сейвы давать. Реслины слякать. Жмите. Вот Яша. Все, хорош. После этого сбегаемся. После. Сбежались. Я все равно люблю. Разошлись. Сейчас глюжми сакру бабл своей сенсивы. Реслин будет фьюри. Ты зубы дал? Да. А там иногда шотают, типа. Ну, типа, да. На всякий случай, ну. Так, на следующий... Сейчас... после вот этого кольца сбегаемся. После вот этого кольца сбегаемся. Разошлись. Так, в следующий раз сейвы даете, как только откатится. Вот сразу. Если не добьем. Големов нет, вообще нет големов. Сейвы даете, как откатится. Еще раз говорю. И эма на огонь нажмешь. Жми эма на огонь. Привет. Все, перевели. На карту тыкву убежимся. У нас сейвов нет, кстати. Ладно, чё. Давай всё выкинули. И быстрее перевозить. Разошлись. Меня хаку не докурси. Ну-ка, держи. Не, у эльфа бездны маны ниже 50% вообще не опускается. Не бывает такого. Какой бред. Супер мба.
Мало того, что у меня еще маны миллион, я еще могу две молитвы давать. Перебеги это. Блин, спали. Там можно. Поменяйтесь кто-нибудь там. Так, имер есть. Тебе залить? У меня мана ниже 50 не опускается. Сбей. Ох, углефловая. Лей в Вазерон, поебать. Ну лей, ну типа мне вообще не нужно. Я еще вещадие не жал свое. Гимн на ману есть. Банки на ману. Ничего не жму. Вообще. При этом нон-стоп хилки спамлю. Иридар, оказывается, не нужен, да? Нон-стоп хилки спамлю. Не, ну пока, пока. Ну, типа, на ДЦ точно не нужен. Любезная имба. Типа, вот на прошлом КД у меня мана заканчивалась, если он нон-стоп хилил. Тут я по КД кидаю хилки, и у меня к концу фазы 50% маны. На 10 тысяч хпс. Такой рофу. Блю, вроде тоже маны духу еще прям. Ну, она у меня быстро срок просаживается. А как в 2D курса хорошо переводить, да? Занято? Ну, на ледяной. Считай, нет. А, я не суммонится хуйня, а почему? Почему не суммонится? Я не знаю, это точно Таур, да, Воронина? А что, ну, там огненная. Обугленная. А тут нет ее в инвентаре. В смысле нет? Хм. Так квесты... Есть... Квесты какие-то есть? А, нужно квест взять. У него есть квест на погибель? Нет. Выйди из кара, посмотри, что там. Там есть квесты какие-то? Вернитесь, повелитель Грона, верховный маг Эльтур просит вас убить Груда Драконбоя и отдать ему глаз. А ты сдал эту штуку? Ну, нет. Типа... А, то есть там Груль не залутан именно. Не, я могу сдать, если надо. А, ну вот, иди сдавай, бери, там урна будет обуглена. Не ту урну юзаешь. Только не в рейде сдавай. Фу, блять. Да не, можно. Вот, просит вас убить ночную погибель. Все, вот. У тебя появилась обугленная урна. Да, 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 все. Что он ей призывает? Они вайпнулись после ледяной фазы. А вы фласки БК пьете? Да. Да, пьем. Okay. Фласки тоже готовьтесь пить. ДДшные. И эти. Оцепенение вынесите, там не понятно. Не забудьте. Так, я если что, по кому диван даю? Не, по Зерону. Все так же. Диваны по Зерону. Как только типа диван дали, сразу БР. И слушай, если такой эльф бездны сильный, на самом деле, может, мне даже не имеет смысла делать рераз. В ребер. Нахер мне на шипы будет нормально? Просто сделай, и потом будет. Потом тут... Ну, я эридаров сделаю, типа, да. Я просто... Я в эльфе бездны останусь пока в ДЦ. Более сложный контент прохожу. Что мне по факту демо, что в 25-ке не сильно нужен. Так закрывается. Типа посади на мою ману. Опасно наведись. Сейчас я пытаюсь посадить как-нибудь. Какая раса там? Любезный. Ну смотри, она вообще не проседает. Ну что это? Я не могу ману свою просадить. Она в рекаунт пишется, восстановление. Не знаю. Если я молитву исцеления буду спамить. А, ну окей, ладно. Если я спамлю самую дорогую свою кнопку, тогда просаживаюсь. Которую никогда не жму. Такой бред.
Давай, Инра, залей мне. Ну, 15% маны на тебя выделит. Дает. Так, чем? Сейчас Хаку сейчас забирает, будем переверять. Потому что сейчас Реслин забирает. И можно будет... Ну, ждем, пока слякоти и стаки спадут. Вон ледяной? Да. А, получение информации... Ой, сведения о предмете бесконечное. Что с этим делать? Выйди из игры, зайди в игру заново. Опять? Окей. Так, все, давайте. Стой. Сейчас слякоть, стаки спадут. Скажешь, когда спадут. Ну, голод-то нет еще 20%. Ну, подводите просто, я имею в виду. Там 5,3 перевод. Бейте пока. Кто может. Что, диспейлить? Да, рекурсия. Все, давайте. Всех декурсить. БК фласки пейте. И поехали. Раз после шипу. Проводите. Все, давай Гера фулл бурст. Поехали. Арислин, давай диван. БР. Рахима Рислин. Блю. Не диван. Черный. Бабли, похуй. Ранжу набрали сразу. Ранжу набрали. Это, выведи Глю. Надеши. Или мы сами. Ладно, я выведу. Прохил Глю раньше. Давайте мосс. Там, молодцы. Хорошо. Айсбаунд есть. Рионыч нами доволен, не? Надеюсь, что да. Ну, прикольно, вторая дубинка это, да? Это мне. Ты же брал, не? Не брал. А, ты советовал. Я советовал. Мне нужна прям. Да она никому уже, типа, кроме вас. Я ее надену. Мне надо будет только это. Кому-то вообще молча нужен кинжал вот этот, хасметкость? Мне нужен. СПД. Шею кто-то взял? Наверное, мне не нужен, типа. Шею вообще тут рулить. Типа, если выпадет, потом его взял. Чё? ПВК идём, бля. Да, идём. Да, нужен, наверное.